восьмой уже наш фестиваль. Уже театры все с конца марта настраиваются на следующий праздник. Все готовятся. И в этом году вообще знаменательный такой фестиваль тем, что он собрал замечательные постановки. Вот такой бум, такой подъем огромный у нас в театральном мире, в нашем региональном, что каждый спектакль, который будет представлен шестью театрами, он может быть самым лучшим. Как обычно, это шесть театров нашего региона и гости. Гости в этом году у нас, как бы вот московский гость, такой комплимент нашим победителям, лауреатам, выдающийся артист, на мой взгляд, Роман Карцев, который делает нашим артистам такой подарок, вечер для талантливых зрителей, этот проект называется. Он приезжает поблагодарить наших лауреатов, вручить главные премии и показать свой концерт. Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2014». Мы пригласили на завершение нашего театрального фестиваля руководителя комитета по культуре, руководителей комитета по образованию и всех членов комитета по культуре и образованию Государственной Думы Российской Федерации. И они любезно согласились и будут принимать участие вместе с нами, то есть практически треть Государственной Думы здесь у нас будут чествовать вас, дорогие друзья, и будут завидовать вам, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы даже вот это небольшое известие вас тоже в какой-то степени согрело, нас успокоило, и ничего не остается, как сказать, в добрый путь. Спасибо. Этот фестиваль очень важен. Актеры работают в своих театрах, не успевают общаться друг с другом. Этот фестиваль дает время в каком-то смысле пообщаться. Потому что мы приходим на спектакли друзей, все-таки мы выделяем какое-то время определенное, знаем, что показывать будут лучшие спектакли года, прошедшего сезона, которые представляют на соискании премии определенной. И актеры выставляют свою лучшую работу тоже. Как театр мне предлагает актер. Вот. Дорогие друзья, сейчас мы приглашаем всех вас на спектакль Ульяновского театра драмы «12-я ночь». Приятного вам вечера! Обещаем, что этот лицедей 2014 будет интересным, неповторимым и запоминающимся. То есть приходите, будет интересно.